Блокадный хлеб. Всероссийская акция, приуроченная ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 года, прошла в крупных супермаркетах столицы республики. Мероприятие призвано еще раз напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду. Посетителям магазина рассказывали о трагическом событии в годы войны, раздавали буклеты, информационные листовки и 125 граммов хлеба. Так махачкалинцы увидели, насколько была мала суточная норма хлеба в самый трудный период. Эта акция – это такой символ стойкости, мужества, отваги вот этих людей, которые выжили в этом блокадном городе.